Всем привет! Добрый день или добрый вечер! С вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами будем тестировать аппарат нового поколения, который вышел компании Oriflame, SkinPro Sonic 3 в 1. И посмотрим, что же в нем такого необычного. Комплектация. Одна коробка. Одна инструкция на разных языках, которую нужно изучить. И в удобном в таком поддоне пластиковом у нас есть специальная подставка, которая позволит нашему аппарату стоять очень красиво в ванной комнате, всегда быть на виду, чтобы про него не забывать. Сам аппарат вот такой вот удобный, красивый, шикарный, красавчик космический. И дополнительно две насадки. То есть одна насадка уже сразу стоит на аппарате, это для очищения. Одна насадка силиконовая, такая приятная, классная, для отшелушивания, и одна насадка массажная для того, чтобы усилить действие крема и сделать нашу кожу еще более красивой, упругой и сияющей. Давайте сравним эти два аппарата. У меня есть, как вы уже видите, старый аппарат SkinPro. Как он работает? То есть мы нажимаем кнопочку, он работает одну минуту, две есть скорости, одна более сильная, другая послабее. И он крутится, то есть мы видим, что у него вращательные движения, то есть его нужно так было водить, и он в это время крутится. Конечно, он был классный, и я, честно вам скажу, я была им очень довольна, потому что он фантастически здорово очищает кожу, поры стали такие маленькие, незаметные, кожа гладенькая. Я могу сказать, что он классный, но время не стоит на месте, и поэтому, да, мы тоже двигаемся вперед. Вспомните, раньше какие у нас были телефоны кнопочные такие, да, страшненькие, огромные. А сейчас, конечно же, все совершенствуется, и SkinPro просто потрясающий. Учтите, что в комплект батарейки не входят, и вам нужно запастись двумя пальчиковыми батарейками для того, чтобы сразу воспользоваться аппаратом. Как заменить батарейки в аппарате SkinPro? Это сделать очень просто. Обратите внимание, у аппарата есть внизу такая специальная крышечка отделения и две стрелочки, которые показывают четко, что нельзя вращать в сторону, да, открываем его вот так вот строго перпендикулярно. Открывать на излом удобнее, по крайней мере для меня. То есть вот так аккуратненько отклоняем в сторону, и крышка легко снимается. Сразу покажу, что здесь есть влага, такая защитная резиночка, которая не дает попадать в воде в отсек, где расположены батарейки. Батарейки используются две штуки, пальчиковые. Располагаем их таким образом, то есть попка к пружинке, пимпочка к пимпочке. Если усилие какое-то требуется серьезное, чтобы закрыть аппарат, обратитесь к своему мужчине. Вот я обращаюсь к своему мужчине, потому что достаточно тяжело мне его закрывать. Держи, Миш. Чувствуете, да? То есть аппарат очень прочный, надежный, не бойтесь его сломать. Все, батарейки установлены, и можем уже нажимать на кнопочки и пользоваться. Итак, как он работает? У него есть кнопочка специальная, нажимается, и он не вращается. Видите, нет движения, есть 12600 вибраций в минуту. Представляете, какая мощь? И у него тоже есть разные режимы, то есть мы нажимаем на кнопочку внизу, и чувствуете, он стал тише работать, сильнее, тише, сильнее, и отключаем. Итак, что же, пора приступить к тестированию. Мы будем использовать сегодня насадку очищающую с гель-пенкой из серии Novage. И мы обязательно попробуем и отшелушивающую насадку, и массажную с дневным кремом, тоже экологен. Ну что, перебираемся в ванную? Перед использованием аппарата обязательно нужно помыть щеточку. Я это сделала просто с мылом, несколько раз намылила, смыла, намылила, смыла. Можно использовать также перекись водорода, для того, чтобы хорошенько, да, все это очистить. После этого мы готовим пенку. Пенку открываем, потому что у меня новая сегодня, да, продукт. И смачиваем лицо просто водой. Просто смачиваем лицо. Оно у меня, в принципе, чистое. Я сегодня еще ничего не делала. И каким образом мы делаем? Берем немножечко пенки. Ну, как обычно, одно нажатие. Я ее немножечко распределяю на пальчиках, спениваю. И после этого наношу на лицо. Нанесу на лицо пеночку,
Я сейчас лоб не буду очищать, потому что мне не очень комфортно. Кто пришел? Помощник. И берем аппарат. Пользуюсь этим аппаратом первый раз вместе с вами. Гель нанесен. Ну что, поехали пробовать? Так, сейчас режимы. Ага, есть медленный. Давайте начнем с медленного. Ой, ну знаете, ух ты, даже медленный такую вибрацию дает. Я ее ощущаю во всем теле. Попробуем на сильный. Ух ты, вот это мне очень нравится. Смотрите, как щетинки двигаются. Я думаю, что хватит нам для тестирования. Смываем хорошенько щетиночки, все промываем. Я сразу с мылом немножко мыла, чтобы не забыть. А после каждого использования, конечно, нужно промывать щеточку. Тем более, что она у нас идет без защитного колпачка, но я думаю, он и не нужен. И аккуратненько смываем пенку и смотрим лицо. Ну все супер. Я довольна. Кожа невероятно гладкая просто. Стой. Итак, какие у меня ощущения? Они просто потрясающие. У меня полный восторг. Лицо такое заметно порозовело. Кожа очень мягенькая, гладкая. И очень приятно. Такое чувство, что у меня просто вибрации во всем теле. Ну, 12 600. Это достаточно серьезная цифра. Буду пользоваться каждый день, мне очень понравилось. Давайте перейдем теперь к следующей насадке. Это у нас будет пилинг, отшелушивание. Очень, кстати, просто снимается насадка, мне понравилось. Легко, одним движением руки, легкий поворот, и насадка удалена. Теперь мы берем следующую насадку и тоже ее закрепляем. Так, насадка на месте. Попробуем. Кожа у меня увлажнена. Побольше влаги. Ух ты! Ну что, пробуем? Вера, ты можешь не шуршать? Это что он будешь ускорять? Ну все равно, шуршание. Кайф. Смотрите, какое личико. Мне кажется, я как-то даже немножко еще более круче выгляжу. Ощущения кайфовые. Просто. И самое главное, что это так просто аккуратненько водить по своему лицу и просто кайфовать.
теперь мы будем с вами наблюдать, какой результат будет через месяц, потому что любые процессы, которые связаны с кожей, они дают результат такой заметный, ощутимый через месяц использования, потому что полностью происходит цикл обновления клеток, да, кожа получит результат, ну, это как в любом деле. Ох, я довольна. Спасибо вам за внимание. А если есть возможность, побалуйте себя, купите себе такой классный аппарат. Он действительно очень удобный и для руки, ну и домашний косметолог. Вот прелесть просто. Всем до встречи, пишите свои отзывы и пока-пока.